для того, чтобы удивлять, восхищаться, улыбаться, есть, пить, курить, делать минет и читать книги, нужно обязательно уметь открывать рот. Мы очень рады, Миша, что 10 лет назад ты выбрал учить людей открывать рот именно для последнего, для чтения книг. А теперь небольшое посвящение тебе и твоему проекту «Открой рот». Ой. Мы находимся там, где начало, где конец не знает никто. Имя Миша душа прокричала, руки ищут заветный листок. Пусть на сцене читать непривычно, пусть у судей глаза холодны. Рот открой, раздаются пусть зычно из любых околотков страны. С юбилеем проекта, Михаил.